В Государственном архиве Ульяновской области хранится книга, которую можно прочитать от доски до доски. Ее обложки – это настоящие деревянные доски, обтянутые кожей и с позолоченным тиснением. Книга закрывалась на специальные металлические застежки. Это церковная книга 1860 года издания. Она была напечатана в московской типографии единоверцев. Книга называется «Шестоднев». Комментируя краткий рассказ книги «Бытия. Сотворение мира», шестодневы излагают библейскую теорию мироздания. В противовес этим учениям составители шестодневы доказывают, что все существующее в природе подтверждает сказанное в Библии не только в общем, но и в деталях. В конце 19 века шестоднев уже был не рукописным, а печатным, но в то же время все написано церковной вязью. Наиболее важные слова выделялись красным цветом. Кроме того, на ней сохранилась печать из сажи сызранского полицмейстера. Прежде чем попасть в архив, книга использовалась в храмах, но точная судьба книги неизвестна.